Тельники. Так, обрамление вводов лотка в помещение. Это у нас шкаф. Щит освещения служебных помещений. Только аварийного освещения, все уже висит. Короба тоже наши, все. И вот это парень. Лотки наши, короба наши. По помещению разводка сделана в лотке. Крутится. Опуски для сотрудников. Коробочки, это слаботочные шкафы. Пожарка, охранка. Вот выведены розетки. Вот, выведены выключатели, коробки распределительные сверху. По проекту стоят. Все вода обрамлены в помещение, обварены, покрашены. Заводка заземления в помещение. Буквально 5 минут. Разводка по помещению. Контур тоже по комнате. Контур разведен. Коробки проектные стоят. Это окно? Попробуем. Соединение всех металлоконструкций. Система уравнивания потенциалов. Для того, чтобы в габариты уместиться, их боком разместили, но это не нарушение. Пуя. Точно так же разводка к светильникам, к розеткам.